Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Так, открываем бесплатно колоду. Забираем с тобой Кирби. Мышь. Так, дальше у нас идет. Пройдите серию испытаний. Ну что, давай проходить. И возьмем вот это испытание. Так, берем, значит, Кожеголового, Кренга, Леонардо. Возьму Супер Шреддера и, наверное, Маузеров. Я думаю, что именно такой командой получится очень даже неплохо их разбомбить. Так, ребят, не забываем, что сегодня у нас будет откат. Да, сегодня будет у нас, как говорится, буст. Главное, что мне не проспать, потому что в данный момент сейчас 4 часа ночи. Я обещал, что попробую поиграть. То есть мне надо наверстать упущенное. Но дело в том, что откат у нас во сколько будет? Где-то в 4. Вот в 4 часа мне нужно встать, чтобы успеть. Так, ну что, давай, наверное, шипы сделаем. А этот у нас выжил. Выдержал, так сказать, удар. Но это ненадолго. Все, ребят, завалили. И мы продвигаемся дальше. Сейчас мы будем делать еще задания ежедневные, которые у нас там доступны. А это поднять уровень персонажа, наверное, не сможем. А вот сразиться в боях, это, пожалуй, мы с легкостью сделаем. Так, ну что, Рафаэль у нас тут на месте. Нам не хватает, ёпарас, это еще 12 комиксов. 12, ребят. Ну, уже 11. Но все равно много. Так, 10. 9 комиксов. Мутагена очень мало. Так, это, по-моему, если не ошибаюсь, 8. Так, 8, 7 выходит. 6. 5. Интересно, мне хватит? А, пиццы, все, ребята, не хватает. Но, тем не менее, мы нашли довольно много комиксов сегодня, и нам не хватит всего лишь 4 штук. И прокачаем до 6 степени вот этот вот не сегодня. Так, я забираю здесь награды и поднять уровень персонажа. Но, как я уже говорил, пока мы этого сделать не сможем. В магазине, да, надо было мне, конечно, еще посмотреть рекламы за откаты. Сыр даже еще не весь накопился, но тем не менее... Черепашью бурю мы прошли, поэтому остальное я, наверное, все буду сбрасывать именно на поиски Роквелла. Так, нож для пиццы. Роквелл, отлично. Отлично, я тебе сразу скажу, что прекрасно получилось. Ну, попробуем здесь вытянуть Пит. Так, радарные маяки. Осколки и последняя попытка. 2 доллара. К сожалению, в этот раз не получилось. Ну, ничего страшного. Ребят, самое главное, это у нас турнирная арена. До конца, как ты видел, турнирной арены, вообще не арены, а всего поединка, всего этого недельного сумбурта осталось 12 часов. То есть через 12 часов у нас будет откат. Слушай, ну я, в принципе, должен выспаться. Должен успеть подоспеть, так сказать, и навалять еще нашим противникам здесь. Так что... Все у нас будет четенько. Главное, чтобы меня не подкачали мои бойцы. Вот именно сейчас, вот именно сегодня в этом поединке, чтобы мы с тобой хотя бы пробились ближе к Лиге Мастеров 3 звезды. Для меня это сейчас просто в приоритете. Так, вешает иммунитет. Я боюсь, что Пит сейчас сработает. Блин, а он еще... Ты смотри, а. Так, надо Пита гасить в любом случае. Все, потому что он хиллер. Блин, у него же иммунитет. У него же иммунитет. И сможет ли у меня кунаич-то? Ну, хотя бы так. Слушай, давай, Раф, не подведи. Так, и здесь кого бы лучше вырубить-то? Кого бы лучше вырубить? Наверное... Давай, наверное, вот так вот сделаем. Хоба! Отлично, просто великолепно. Он рванул на Зека. Вот если бы он начал нападать бы на Рафаэля или на Кунаичи. Ну, вальнуть, конечно, не вальнул бы, но все равно было бы неприятно и как бы настораживающе. И нам всего лишь дали 7 ступенек пролететь.
Подожди-ка, мы же, по-моему, 17.23, насколько я помню, в последний раз получали, да? 17.23. Они мне... Вот. Вот. Вот это уже по-нашему. Но и ранг сразу же 75-74. То есть, о, в разы повысился, ребятули. В разы. Блин. Ну, ну, а что сделать? Ну, придется так вот воевать. Придется два отката тратить. Блин, я вот не посмотрел рекламу, конечно, перед началом игры. А зря. Ладно, я надеюсь, что не забуду это сделать в конце. Ну что, кожа головой, давай добивай его. Нормально. Но эта серия уже будет, наверное, ребята, выпущена завтра, скорее всего. Точнее, как, сегодня, но днем. Так, ну что, какая позиция у нас? Так, 43-я, 10 ступенек мы ровно пролетели. И 17-23. А давай вот так вот сделаем. Раз, два, три. Хотел, ребята, сегодня поиграть на втором канале Атомное сердце, Atomic Heart. И не получилось. Я не знаю, у меня вот какая-то дилемма. Я приобретаю игры все, практически один из первых. Ну, за исключением, кто получает там от разработчиков это. Но прохожу я их практически самый последний. Я не знаю, почему такое. Это касается всего. Это вот даже Elden Ring, когда я покупал, я его взял сразу же там и думал, что как только это, мы сразу начнем его снимать. Все. Он как отбил. Я не знаю, что за такая фигня у меня происходит. Я приобретаю игру, и у меня сразу почему-то пропадает желание ее играть. Жесть. Я не знаю, почему такое происходит. Потом я уже вспоминаю спустя там очень долгое количество времени, что, ой, а у меня же игра эта есть, надо ее поиграть. Но потом уже мне становится неинтересно, так как многие ее проходят, да, и она просто заполняет весь вот этот, вот, скажем так, интернет, и куда ни плюнь, везде она. А хочется что-нибудь такое поиграть, что очень редко кто-то играет. Я, конечно, не спорю, что таких игр нету, в которых вообще никто не играет. Но что-то такое, что обходят стороной или отлаживают также в дальний ящик. Понимаешь, да? Вот мне, например, захотелось... Ну, не то, что... у меня вообще давно вот эта идея пройти все серии Бэтмена. Да-да, начиная с первой, которая... у них даже там сколько, по-моему, недавно исполнялось 10 лет, по-моему, или 20 лет. Именно... Бэтмену, серии Бэтмена. Вот. И почему-то мне захотелось вот, поиграть, прям не знаю. И опять же сижу и думаю, вот, а как бы мне выкрасть время-то, чтобы поиграть? Потому что Gears of War, четвертую часть, ребята, у меня тоже она лежит уже 3 года. Я прошел 5-ю, я прошел 1-ю, я прошел там, какая еще там часть у нас была, Gears Tactic, да. Вот это все пройдено. А четвертую никак не могу до нее добраться. Вот это вот действительно как бы у меня есть такая проблема. Не знаю, с чем она связана. Почему у меня вдруг вот... Тихо! Почему у меня так все вот перебивает это? Как бы отпадает желание проходить. Блин, слушай, что-то мне вот это не нравится. Взял команду здесь, ё-моё, ты посмотри. Вот это я зря сделал. Ох, зря я это сделал. Так, знаешь что, нам надо кого-то рубануть. И это будет, наверное, вот так вот. Это будет Дуни. Здесь. Нет, надо Сплинтера гасить. Хотя Сплинтер умрет, наверное, от постепенного урона. Да. Твою ж маковку, а. Чуть было не этот. Ну, так всегда, ребят, когда начинаешь увлекаться разговором, ты практически не замечаешь, что у тебя происходит на экране. Ну что, 14-я позиция. Давай, поехали. Но все равно Atomic Heart мы, ребят, обязательно начнем. Мне уже и Илюха Иллинойс писал: Рэй, лучше играй в Atomic, а не в какие-то детские шалости. И Макс мне там на втором канале пишет: давай, давай, типа, ты же обещал. Да, ребят, обещал, по-моему, еще 3 или 4 дня назад говорил, что будем проходить. Начнем уже проходить. Я до сих пор до нее добраться не могу. Да я, знаешь почему? Я еще не знаю, как ее проходить. Просто в записи или в стриме. Все сидел, может быть, в стриме, потом подумал, это же сколько времени надо будет ушоркать на стриме. И решил все-таки, наверное, просто в закрытом виде, ребят, проходить. Ну, проходить, а потом уже выкладывать. Слушай, смотри, нормально. Вот тут вот мы пролетели отлично. Ты посмотри, там 14 плюс еще 2. 16 ступенек. Это
большая редкость. Ну что, 17.23 берем. Так, возьму Ванюшу, возьму Слэша. Ага, и Маузеров тогда возьмем. А ну тут уже, да, обстановочка накаляется, потому что максимальный практически уровень у наших противников. Максимум, по-моему, это 79 или 78, я уж точно не помню. По-моему, 78. Вот, и сейчас они выходят на максимальный режим. То есть тут уже как баловаться некогда. Я офигею, Слэш переплюнул Ваньку. А я всегда считал, что Ванька... То есть, что Слэш всегда такой заторможенный. Именно по инициативе. А выходит, что ничего подобного. Так, 17.23. А может быть, вы уже дадите мне 17.24, раз уж такие уровни пошли у вас? Нет, не хотите? Что-то они дали заднюю, ребят. 71, 74... Да, они дали заднюю. Ладно. Пускай дают заднюю, мы пойдем вот так вот, таким составом. Ну, само собой, кожеголовый, да плюс Армагон. Шанса у противника нету. Я даже сомневаюсь, что он успеет сходить здесь. Нет, конечно. Бесполезно. Я просто жду, когда они мне дадут уже 17-24. Это максимальное количество кубков, которые можно получить. Но они, как видим, бодаются до сих пор. 17-23. Не хотят. Ладно, ну давай еще тогда поединочек замутим. Я возьму здесь Армагона и возьму Маузеров. Блин, Маузеров хочу прокачать до соточки. Тут осталось, ребята, шиш да не шиша. Буквально один уровень. Но это нужно 32 тысячи мутагена. Тогда да, тогда мы его прокачаем до сотки. Давай. Тыч, красавчик. Ну просто, ребята, да. 99 уровень. Ты видел, как они отжигают? На сотке они будут вырубать полностью всех. Это, конечно, круто. Ну-ка, здесь я все жду, я все жду. Вот, пошло-поехало. Пошло-поехало, наконец-то. Так, ну что же, давай. Блин, знаешь, что мне тут не нравится? Ой, как мне не нравится. Вот этот Микеланджело. Блин, если он сейчас не упадет с первой плюхи, он же что-нибудь применит на моих слабеньких бойцов. Ну-ка, Маузеры, сможете вы его одолеть? Слушай, ну получается, что даже Армагон и Маузеры переплевывают по инициативе Микеланджело. Но именно этого. А вот другого, другого вряд ли бы они переплюнули. Ну что, 64-я позиция. Мы уже приближаемся к полтишку. Чего ж тут, как говорится, скрывать? Полтишок не за горами. Только дядя Рэй хочет уже на боковую. Глазки уже закрываются. Так правильно. Времени столько. Ну что, давай попробуем. Опа. А Карайка тут как тут. Смотри, 79 уровень, а? Ты посмотри на нее, жучина несчастная. На тебе. Слушай, она еще и выжила. Эй, тихо, фу. А ведь мог, он сейчас мог спокойно вырубить Кейси. Просто в легкую. Кстати, он это и может еще сделать. Блин, вальнешь? Да нет, там у него уклоняшка стоит. Вряд ли мы попадем даже по нему. Твою налево, он же сейчас же рубанет. Блин, он рубанет по Кейси. Мы не можем его пробить. Давай, родной, жги. Только попади, главное. Есть. Фух. Ну, нормально. Кейси цел. Соответственно, мы штрафа никакого не получаем по бонусам и двигаемся дальше. 52-я позиция. Ну, хорош уже 17-23 давать. Ну, что вы в самом деле-то? Уже столько боев, они все мне 17-23, 17-23. Давай, не будем дурачиться. Сделаем все как... Ну, вот. Вот, ребят. Вот тот самый Майки, которого я опасаюсь. Если мы сделаем вот так вот, Армагон плюс Зек,
Ну, естественно, Зэк бросит бомбочку, там, надеюсь, Земляк хоть как-то на них повлияет. А потом Армагон, надеюсь на это, сможет завалить Микеланджело. Ай-яй-яй. Ёпрасете, вот самый дерьмовый вариант. Вот, и сейчас полетят наши головы, ребят. Они не справились. Ну что они сделают? Они маленькие, он сейчас начнет рубить. Первый пошел. Сразу же второй. Два раза ходит. Я так и думал, что не стоит, блин, не стоит, ребята, так вот делать. И сделал. Они еще не прокачаны, ни шиша у меня. Воу, вырубил, прикинь. Ну-ка, из пальчика. Но все равно. Все равно, ребят, одного бойца мы потеряли. Причем Рафаэль аж два раза сходил. Он уничтожил мне бойца, потом еще начал на второго прыгать. Печалька. Конечно, печалька получилась. Но, опять же, это из-за того, что Микеланджело успел хильнуть команду. Он успел хильнуть, и все пошло, как говорится, наперекосяк. Да просто не надо было мне брать команду, где там этот Микеланджело. Или брать кого-то более сильного. Так, вот этот Микеланджело тоже, кстати, как мы видим, инициатива у него довольно быстрая. Он еще ускорил команду вражескую свою, да? Нет, он только себя ускорил. Он только себя ускорил, остальных просто усилил на атаку. На повышение атаки сделал. Так что это не особо страшно. Вот если бы он их ускорил бы, тогда да, тогда было бы неприятно. Вот ускорение очень хорошо работает в драконах, всаднике и олуха. Вот там действительно, если ты повесил ускорение, то ты действительно чувствуешь, что оно сыграет на тебя. Здесь как-то немножко непонятно, сыграло оно, не сыграло, кто пойдет здесь первым, у кого быстрее. Там видно, что шкала, конечно, заполняется наверху, вот это вот. Над каждым персонажем есть шкала. И при заполнении шкалы говорит о том, что кто будет ходить первым. Видишь, вот это вот, вот шкала. Но бывают спорные моменты. Вот, например, как тут. Не, ну тут видно, что это. Вот, например, как тут. Кто будет ходить первым? Роквелл или Донателло, да? Вот кто? Смотришь, вроде бы у Роквелла даже чуть-чуть побольше там. А идут практически один в один, нога в ногу. То есть ты сидишь и думаешь, блин, от кого следующий ход будет? Вот такие вот моменты, ребят, часто встречаются. Ну что, какая у нас? 32-я, зашибись, всего 7 ступенек, ребят, перепрыгнули. Вот опять, смотри, опять этот Майки лезет здесь. Я его промотал. Давай лучше вот с этой командой подеремся. Так, берем Армагона и берем... Давай Кренга, наверное, возьму. Раз, два. Так вот. Сколько у нас мутагена? Наверное, 1020 всего накопили, да? Маловато. Ну, влупляем. Блин, влупляем. Сейчас звезданет. Слушай, это хорошо, что я вот так вот взял, а? А ведь, если бы я взял там слабеньких, сейчас бы их порешали бы здесь. Ну, давай, Крэнк. Бомби. Ту. Стоит, главное, а? Наслаждается жизнью. Ну, Рокзар, молодец. На подхватике сразу его ушатал. 25-е. Смотри, смотри, чем ближе мы с тобой подходим к Лиге Сёгунов, к Лиге Мастеров 3 звезды, тем медленнее они дают, чем медленнее идет продвижение и мало дают мне очков. Кубков. Ты заметил, да? Как специально. Ну и что у нас здесь? Такая вот команда. Давай вначале мы сделаем луч. Довольно неплохо, и Леонардо добивает всех остальных. Рабочая команда, так что продвигаемся. Так, с 25 места мы переходим на 15. Дайте мне 24. Что вы все мне вот это вот? Во, отлично. Не такие сильные противники.
Я просто смотрю, там откатики у нас все тают, тают, тают. Было 40 с чем-то, осталось 21, по-моему. Ну, погнали. Кстати, я не видел ни разу, знаешь, кого еще у противников? Зэка. Чтобы зэк был у противника. Вот это, конечно, интересно, да? Зэка нет противника. Ну что, я так понимаю, еще один поединок, и уже Лига Мастеров будет 3 звезды. Берем здесь Армагошу. Подожди. И Супер Шреддера. Раз, два, три. А у нас, кстати, не так уж много бойцов осталось. Я не знаю, может быть, отыграть их всех, чтоб потом, как говорится, голова не болела. А вдруг я просплю, ребята, а? И не успею бустануться по откату. И сбросят меня с Лиги Мастеров. Вот будет обидно. Тут же 70, ребята, 75 осколков все-таки светит за высшую лигу. Ну что, ребята, вот Лига Мастеров 3 звезды, 97 позиция. И все-таки 79 уровень максимальный. 79. Я думал, что 78, нет, 79. Раз, два, три, четыре. Какие 4, когда ты можешь всего взять 3? Потому что 2 основных идет. А у меня все раз в 3-4, раз в 3-4. Всегда одно и то же. Ну что, давай, Армагуша, шваркой. Нормально. И добить. Может, ракетами? Не, нафиг. Не будем экспериментировать. А то, мало ли, ракетами добьем. Лучом-то 100% будет уничтожение. А вот с ракетами я бы поспорил еще. Хотя бы полтинчик взять было бы, в принципе, неплохо. Но до полтинчика, мне кажется, не хватит у меня бойцов. Что такое? Да, тут, скорее всего, вряд ли. Раз, два, три. Раз, два, три. То есть, включая этот поединок, у нас 3. Да, полтинника не будет. Будет там 70-я, 60-я позиция максимум. Но полтинник вряд ли. Но все равно это будет даже неплохой результат. Че ты делаешь, блин, Рэй, нафига ты? Трэш. Вот это я закосипорил. Ты посмотри, он даже урона не получает. Кожеголовый-то. Нет, все-таки уже получил. Так, давай сюда, если сейчас Ванька звезданет какую-нибудь массовую атаку, это будет больно. Его постепенно урон уничтожил. Сплинтера лучше, наверное, не трогать. Давай попробуем Донателло звездануть. Донни против Донни. Да. А если так? Окей. И ракеты. Пошли. Ракеты в бой. Ну и прекрасно. Что и требовалось доказать. Ну, мы выиграли здесь. Поехали дальше. 79 место. Так, маузеры не хочу. Давай, наверное, вот этих возьмем. Армагон плюс зэк. Раз, два, три. Но мы можем, в принципе, Рафаэль уровень поднять. Хотя, на самом деле, не хочу я ему поднимать. Мне хотелось бы именно нашим маузером повысить уровень. Ну что, добьешь, Армагуш? Красавчик. Как всегда, ребят, на высоте. У Армагона, наверное, больше всего, ребята, побед над врагами. Больше всего. Потому что он только и валит. Только и наваливает. Всем причем. Без исключения. Ну, давай здесь попробуем взять. 12, 11. 11 откатов. Трэш. И остается у нас один Донателло видение. Опять же, неотыгранным. Но ничего страшного. Ну что, пробивай. Бинго. Все, друзья. На сегодня игра у нас сыграна.
Ну, почти, ребят, почти 55-я позиция. Так, поднять уровень персонажа. 32 тысячи мутагена, а нам для того, чтобы поднять кроликов. Да ладно, серьезно что ли? Вот, вот, ребята, максимальный уровень. И знаете, что я еще хочу сделать? Я хочу сделать вот... А, не получится. Я хотел 7-ю ступень поднять маузером. И это, я думаю, было бы вообще топ. Все, шикарненько отыграли. Все у нас получилось. 11 откатов еще осталось на запас. Когда же мы вот эти задания-то все... Победите кром дома 500 раз. Победите гигантских крыс. Бронированных тараканов. Да. Ну что, ребята, на этом я сегодня буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.